Здравствуйте, товарищи. Создание канала и выкладывание видео спонукало меня то, что я вижу впереди. Вот пройдемте, я вам покажу. Вот подошли. Вот причина создания канала и показывания людям, кто мы есть такие. Пожалуйста, это человек выбросил. Это выбросило быдло. Самое натуральное быдло. Я ругаюсь матом. Но сейчас не хочу ругаться, потому что это будет на обозрение всеобщее. Но без мата здесь сказать нельзя. Это человек? Пожалуйста. Скотина. Самое натуральное. В природе. Красиво. Выбросило мусор. И он называет себя гордо человеком. Он гражданин Украины. Он, может, даже патриот. Он, наверное, в машине 3 флага возит. Спереди 2, 1 сзади. А чтоб себе он перину вставил в задницу и полетал бы. Это что? Памперсы. Детские памперсы. Бутылки. В основном пиво. Без пива же не могут жить. Пиво — это конская моча, а он ее пьет. Ну, бог с ним. Утилизируй. На мусорку вывези. Чего ты вывезел? Между Дураковкой и Тарасом Шевченко выбросил мусор. Это что такое? Как можно разговаривать, как можно говорить? Мы вчера с сыном едем, дорогу прибегает перепел, перепелка с маленьким перепельчатом. Мы стали на них посмотреть и увидели. И я ужаснулся. Я говорю: сынуля, создавай канал, я то буду рассказывать и показывать, что такое человек. Пожалуйста, убеждайтесь, пусть я не прав, пусть назовут меня кто-то ударенным, кто-то все прочее и так далее. Это ваши проблемы. Но я не позволю бросить с окна машины кусочек бумажки. Я все ложу в кармашек у двери. Нет, скотина какая-то. Быдло-то. Да, можно найти, конечно. Сейчас это нужно все перерыть. Какие-то концы можно найти. Какие-то квитанции и все прочее можно найти. Но, ребята, без толку. Пойти морду набить ему и все. Он на меня подаст в суд. Больше ничего не будет. Потому что, чтобы доказать, довести до суда... В нашей полиции сейчас не хватит ни ума, ни фантазии. Это мое личное мнение. Все, смотри, заканчиваю. У меня слов нет. Тогда начну ругаться.